Добрый вечер, дорогие друзья. Гляньте, какая красота. А, ну, не красота ли? Солнышко. Солнышко садится и освещает лес. Вот так. Точки какие. Сегодня дождя не было. Ветер дует с севера, с той стороны. Кто там хрумает? Хрум-хрум. Один. Кто там хрумает? Хрум-хрум-хрум. Хрустят только так. А то Лилька просекла. Только там иду накладывать. Угу. Лежит со мной, знаешь, что они не доедят, но сейчас они все съедят. И что это останется. Ну да. Вот проглот. Проглот. О, как лушпанят. Нравится им этот корм. Мало. А? Радуга где? Радуга точно. Гляньте. Будет вообще или не будет? Не знаю. Наверное, не будет. Сегодня в ночь обещают... Мороз, Лёшек. Не, белье надо все равно снять. Да, белье надо снять. На всякий случай. А там вон какое небо. Ай, красота. Тучка сейчас пройдет, вот это. Ага. Такая тяжелая. Когда солнышко и настроение хорошее. Доброе утро всем, дорогие друзья! Доброго вам утречка солнечного! Ну, там приближать бесполезно, там почти ничего не видно против солнца. Ну, вот такое у нас солнышко яркое. Так, на солнце у нас сколько? 27. 27 на солнце. Классно. Варюша. Варюша была в доме с утра. Попросилась. Ах ты ж, засранчик такой вот. Ах ты ж, солнышко пригрело, вылез. Классно так. У нас тепло сейчас, но с утра приходил Дед Мороз. Пошла на промыслы. Приходил Дед Мороз, немножко нам тут поморозил. А сейчас тихо и тепло. Бабье лето. Эй, что мы тут сидим? А? Что мы тут сидим? Девчуля маменя на солнышке. Девочка с челкой. Девочка с челкой. Так, что у нас сегодня в планах? Ничего. Ничего мы сегодня не делаем.
потому что едем в город. Едем в город. Сегодня Лёшику повторно к доктору поедем. Вот. Сегодня рынок. Ну, на рынок нам не надо. Не, ну, может, зайдем, пройдемся. Так вот. Так ничего не надо. Все есть. Ничего не хочется. Разве что, может, что-то, чего-то захочется, не знаю. Но пока ничего не хочется. О, спрятаться. Солнышко такое яркое, яркое прям. Потому что низко. Глаза светит. Такие вот у нас сегодня планы. Поездка в город. А дома? Дома у нас глобальные такие дела. Чеснок сажать. Ну, сегодня, если мы едем, то мы сегодня не успеем посадить его. Посадим завтра. Погоду обещают хорошую на несколько дней. Вот. И посадим. Завтра, наверное, посадим. И потом останется только вот, ну, по мелочам так. Обрезать и связать гортензию. Виноград уложить. Пока еще укрывать рано, но можно уложить его, пускай лежит. Подготовить, чтобы потом только укрыть. Понакрывать растишки. Где там, где ведрами, где бутылками. Там мои эти флоксы новые надо бутылками понакрывать. Сколько там, 4 штучки их. По-моему, взошло. Было 6, сажала 6. Ну, может, весной вылезут. Еще посмотрим. А может, ничего не вылезет. Да. Ну, будет видно. Вот. Так вот. Ой, как хорошо на улице. Так, а как же одеваться? Ну, надо так, чтобы тепленько было и не жарко. Вот. Пойду. Еще рано, конечно, Лёшек хочет поехать попозже, потому что сегодня рынок, и из сел приезжает народ, и к доктору там будет много народу, так что хотим поехать попозже. А сейчас пока так, по дому, по мелочам. Я с утра уже перегладила стирку. Здесь вот. Здесь, конечно, прохладненько, но нормально. У утюга не холодно было. Здесь сколько у нас? 11. Вот 11 градусов. Перегладила, сложила стирку. Разложила по местам. Так немножко прошуршала. И уже вот 10. И уже 10. Вот. Тут... Мед в баночку наложила. Вот такую надо вынести в кладовку, потому что закончился мед. Накладываю в баночку, потому что в баночке удобненько. Маленькая баночка. 3-литровую банку таскать постоянно не будешь. А в тарелочку накладывать. Вот это вот не знаешь потом, куда его деть, куда поставить. Мед у нас, вот он не уходит быстро. Так вот, редко. У нас банки этой, наверное, 3 года. И там еще 3-я часть банки есть. Не, уже меньше. 4-я часть где-то банки. Вот. А так вот в баночку наложила, в кладовку поставила. Надо там ложечку 2 меда. Вон баночка. Раз и все. Удобно. Мне нравится. О, что еще? Да и все. Да и все. В воскресенье хочу заняться кухней. В воскресенье у меня выходной. Снимать не надо, монтировать не надо. День свободный. Сниму все на понедельник, в субботу.
Ну, может быть, что-нибудь и в воскресенье. А в воскресенье буду отмывать кухню, духовку. В общем, все. Вот так вот. Будет мотивация. Буду мотивировать вас на уборку кухни. Окно надо помыть. Поменяю занавески. Вот эти вот надоели они мне уже. Не то, что надоели, а как бы, знаете, хочется чего-то новенького. Надо что-то поменять. А вот что? Вот поменяем занавески. Да, Лёшечек? Давай. Давай? Давай. Давай, да. Я купила занавески. Заказывала на Вайлдберрисе, но не показывала вам. Вот, покажу уже, когда повешу. Вот. На кухню подобрала. Вот сейчас ищу, хочу поменять шторы вот там в комнате. Тоже серость, это мне уже надоело. Хочется чего-то такого, знаете, светлого и цветного такого. Не очень яркого, но цветастого. Деревенского, так скажем, вот, знаете, вот. Ну, я смотрю, ищу на Вайлдберрисе, я пересмотрела все, Вайлдберрис, Озон перелистала, как бы там все одно и то же. А ежики колются? Не, пока пьют. А ты еще что-то мне рассказывал, какую-то смешную, про любовь что-то. Нет? Забыл? Забыл. И я забыла. Ну, ладно. Знаете, про собак рассказывал. Про собак? Да. Спустила колесо. А. На Аляске. Нет, еще другое что-то. Собака лежит одна в упряжке. Спустила колесо. Да ладно. Нет, ладно, да. Иди. Ты не хочешь захватить эту сушилку? Вынести? Вынести все-таки. Давай захвачу. Я думаю, может, ты это белье здесь будешь вешать. Да зачем же здесь, если на улице солнце? Ну давай. Давай. Лешик. Лешик вот ходит мимо, стоит на дороге прям. Ходит мимо. Ну, мужчины. Я думаю, все такие мужчины. Я не подумал, а потом начал складывать, подумал, ты сюда повесишь. Я ее опять разложу. Вот, так что, вот, что по поводу штор. Если есть какие-то предложения, присылайте. Может, вместе все выберем шторы. Но... Вот хочу сразу сказать, что что не смотрела, как-то все не то, не то. По поводу вот этого, вот мне очень трудно определиться. Знаете, вот хочется такого, чтобы вот, знаете, глянул и так сразу, ах, это мое, да. Ну, вот сколько смотрела, как-то. Есть несколько вариантов. Ну так, только потому, что нет ничего ахового. Вот. Однотонное не хочу. Надоели мне однотонные. Хочу вот такое вот на зиму. Такое веселенькое. Что-то. Ну не прям такое кричащее, нет. Ладно. Да, кстати, мне там, я когда покупала носки, Светочка написала, а мне со снегирями понравились. Мне тоже нравится со снегирями, но белые, не хочу белые. Вот. А у меня есть со снегирями. Да, у меня лежат. Лежат. Такие вот серенькие со снегирями. Тоже они новые. Еще даже вот скрепленные. Ну,
Знаете, я же люблю, чтобы у меня все про запас было. Вот. Со снегирями. Хочу еще валенки со снегирями. Ну, может быть, прикуплю в этом году. Посмотрим. Валенки со снегирями и галоши. Такие вот есть, эти силиконовые, такие прозрачные. В них, правда, неудобно ходить, но они такие классные и теплые. Что, Лешек, за водичкой надо ехать? А, надо, надо. Надо, надо, да? Последнее. Последнее уже. Ну, ладно. Заедем. А что нам? Надо, надо. 5 бутылок влазит. Не, 4. Да? 4 по 5 литров. 20 литров. Ну, как-то быстро, да, кончается, уходит у нас вода. Ой, девочки, какие цветочки. Вот эти вот желтые, гляньте, прям как солнышки такие. Такие красивые. И вот они такие, прямо стоячие. Вот те, они как-то свисают. У них ножки длинные, и, а их много, да, и они вот свисают так вот. Не, желтые мне больше нравятся. Розочка уже все отцветает. Это еще стоит. Там еще у меня белый. Вот это сохнет. Вот видите, она почти засохла. Сухая почти. А цвет не меняется. Надо срезать. Там вот на улице срезать гортензию. И поставить, пускай высохнет. И она будет всю зиму стоять, радовать меня. Напоминать о лете. Кто? Гортензия. Ага. Только надо успеть срезать. Сегодня вроде ничего, так нормально, но не знаю, может пожелтеет. Может и ее мороз прихватил. Гортензия, это белая какая-то? Да. А что ты хочешь срезать? Ну да, ее надо будет срезать, конечно. А я хочу срезать и поставить в вазочку. О-о. Пускай она высохнет. Будет у тебя тут райский уголок. Да? Да. У меня и так здесь райский уголок. Ну да. Да. Для меня здесь райский уголок. Особенно на кухне. Мое любимое место. Как это хорошо женщине. Ушла на кухню и все. А мужик ходит, пинается, не знает, куда себя греть. Вот так. А диван? Ты эти вынес сапоги из ванной? Брал? Да. А, да, убрать надо. Да. И этот, и плащ, да? Ну, это ты убирай, это твое. Плащ уже высох, вот, надо его убрать, сложить. Вот, это в баню отнести, полотенчики. Это мы сейчас отвезем Светы в больничку. Вот. Чеснок вот налузала, видите, сколько? Кучу, 333 зубка, если не ошиблась. Но все равно, там, наверное, будет плюс-минус, потому что, может быть, где-то сбилась со счету. Высохли? Ну да. Ну да? Вот какие теперь, куда? Ну, не знаю, по размеру смотри. Они одинаковые, да? Ну, одни сапоги меньше. Вот и больше. Три одинаковых, а один больше, да? Нормально. Этот больше, наверное.
Я не знаю, надо мерить. Это да знаю. Ладно, тыкай, а там разберетесь. Что тыкай, а эти? А вдруг он маленький будет? Тыкай. Ну. Эти валенки тепленькие. Да. Да? Почему Юрик одевает их на босую ногу? Ну да, я заметил. И ноги не мерзнут. И там руки тоже. Лёша. Ладно. Кстати, у нас сегодня 17-е. Для тех. А гляньте, ребята, сколько мало осталось уже, да? Календаря. Скоро Новый год, Лёшек. Ну подожди ты еще. Ой, куда мы торопимся, да? Я не знаю. Куда мы торопимся? Да, вот так все. Ой, скорее бы отпуск, скорее бы лето. Скорее бы там это, скорее бы то. Ну, вот оно и летит время, да? Да, и летит. Там наши новые зрители опять мне пишут, как мне правильно надо называть своего мужа. Девочки, ну, называю как хочу, как мне нравится, как нравится ему. Понятно? Вот. Спасибо вам за советы, конечно, большое. Но он у меня уже сколько лет? Вот в этом году, кстати, уже скоро, будет 13 лет, как он у меня Лёшек. И вы хотите, чтобы я его по-другому называла? По поводу Алёшеньки, он мне как-то сказал, я у него спросила, как хочется, чтобы я тебя называла. Он говорит, Алёшенька. Вот так. Что? Да так, Лёшек. Ну давай, давай, спать. Тебе нравится, как я на тебя, Лёшек, говорю? Конечно. Конечно, понятно вам. А то, что вам не нравится, извините меня, меня это мало волнует. Правильно. Да. Ну, это из новых наших подписчиков, наверное. Или зрителей, или подписчиков. Вот, пишут. Те, кто с нами давно уже привыкли. И никому не режет слух. Да? Да. Уши никому не режет. У всех уши на месте. Вот. Будь здоровый, Алёшенька. Так, ладно, будем мы собираться потихоньку, да поедем. Сейчас надо еще придумать, что одеть. Ну, нормально. Нормально? Тепло? Да. Ну, да. Все равно в кофточке же не поедешь. Не. И в курточке не поедешь. Надо что-то среднее. Кардиганчик надо. Точно, надену кардиганчик. Или безрукавку. Ой. Моднявую тоже. Моднявую, ну, черную. Лёшек не любит черный цвет. Когда мы с ним встретились, начали встречаться только, он мне сразу сказал, я не люблю черный цвет. Хотя куртка у тебя зимняя, черная. Половина. Но она тебе нравится. Там только рукава черная. Что вы говорите? Как это? А вся она какая? Зеленая. И с тех пор, вы знаете, я сама так подумала, и я сама привыкла. У меня были черные вещи. Я от них отказалась. Да, потому что, ну, как-то не хочу. Как-то не очень мне хочется. Лучше, когда вот такое что-нибудь яркое, что-нибудь, ну, цветастое, цветное такое вот. А черное нет, не люблю. Ладно, будем собираться одеваться. Будем собираться одеваться. Часы нам надо заказать еще. Часы у нас, вот видите, здесь 10:49. На самом деле вон сколько. Вот, часы отстают просто безбожно. Вот. Кто не видел, это
Лёшика дочь с мужем и с первым малышом. Но это старая фотография. У них сейчас семья прибавилась. Плюс два. Плюс две девчулики теперь у них есть. Вот. А это я когда-то в Севастополе. Да. Было дело. Какой год? Даже не помню. Это как в эти 90-е годы, не знаю. По-моему, да. Зайдешь в метро, блин, все в черном. А сейчас, думаешь, что-то изменилось? Ну, какие-то краски есть. Да там, ну? Все в черном. Это кожа. Я и не стал покупать. Почему куртку кожаную? Коричневые еще были, но я просто не стал. Это мрак какой-то. Все в черных куртках. Еще на Киевской из троллейбуса. Троллейбус. Ну, приезжаю, когда на Мосфильме работал. Эти цыгане еще. Чистая кожа, чистая кожа. Чистая кожа. И все в черном. Моя. Во время революции. Девочка моя. Кукушечка моя. Эй, ты. Ты дома будешь, да. Ты дома. За старшую, да? Да. А ты что грустишь, Лиля? А, старушка моя. Моя старушка. Мамина. Все, мы погнали. Ой. Сбивается стабилизация на камере. Погнали. Порядок. Лёшик, а вот еще куча, ты видишь? Ух ты, ё! Да. Она большая, но она легкая, она просто объемная. Потом вывезешь. Там у нас листья уже облетели. Вон, видите, яблони две. По ту сторону. Вон, там уже можно выгребать. Говорят, не выгребайте. Ну как не выгребайте? Оно ж все, оно за зиму не перегниет. Оно не исчезнет бесследно. А зимой вот это вот на этом газончике, вот эти листья, их все равно придется, тем более гнилые, мокрые, их потом все равно придется не то что выгребать, а выскребать надо будет. Ну ладно. Листья такие. Листопад. Кстати, ноябрь на Украине так и называется. Листопад. Да. Ладно, погнали мы. Лёше класса пристала. Вот она. Не отстает. Приставучая. Сладкий ты мой. Ага. Да она просто летает, Лешек. Запыхалась. Пока поднялась. Тяжело с двумя бутылками. Еще упор на одну ногу. Тяжеловастенько. Ну так ничего. Все, Лёшек все забрал. Лёшек двумя ногами вот поднимается, а я только так вот на одну ножку. На ту ногу с коленом не могу все-таки я. Тяжело мне. Не, если так без бутылок, то да. А вот с бутылками груз все-таки тяжело поднимать этому колену.
Ну, машина такая чистая. Кто не знает, у меня там металлическое колено. Казалось бы, должно быть такое вот ядреное, металлическое, да? Да нет, нифига. Я нифига. Видел это. Что ты видел? Что там у тебя? Потерял? Да, закрутилось. Вот то, что ты кидаешь его, лишь бы как. Так, давай-ка не будем. Сейчас же будешь кидать как. Это.